Мы упростили систему для участия в проекте Мухтара-Блязова. Теперь это стало гораздо легче и проще. Итак, показываю. Сначала заходим в Каспи, мой банк, оплата в интернете, изменить лимит и, например, выбираем 25 тысяч тенге и нажимаем «Изменить лимит». Итак, у нас установлен месячный лимит на интернет-покупки. После этого заходим в YouTube. У меня в рекомендациях сразу Мухтара-Блязов, но нажимаем на поиск Мухтара-Блязов и Аблязов Лайф. 739 тысяч подписчиков. Нажимаем на нее. И снизу в описании канала вы видите разные ссылки. Нажимаем. И первая оплата банковской картой. И сразу направляемся в Telegram. Нажимаем «Купить». И сразу же попадаем в очень интуитивно понятный и простой интерфейс. Здесь, например, способ оплаты оставляем — банковская карта. А суммы вы можете выбрать любую, какую хотите. Например, начиная от 2, 5, 10, 25, 50. Либо, допустим, ну, к сожалению, здесь ограничение до 2000 евро. Максимум 2000 евро можно отправить. Если хотите больше, то можете по частям отправить. А как пример, я оставляю 2 евро и нажимаю «Продолжить». Теперь пишем 16 цифр спереди карты, срок действия карты и 3 цифры с обратной стороны карты и имя владельца карты. Оплатить. И ждем. Теперь пришло уведомление, нажимаем на нее, копируем вот этот шестизначный код и обратно заходим в Telegram, вставляем. Теперь нажимаем «Подтвердить». Ждем. Донат отправлен. Как сами убедились, система очень быстрая и простая. Если возникнут какие-то вопросы, то прошу написать мне в Telegram. Самое главное, не попадитесь на фейковые аккаунты. Алга, Казахстан.